Приветствую вас. Я полагаю, что ваш сон – это, безусловно, отложение какой-то внутренней подсознательной активности, вот, которую вы ведете и которая у вас происходит постоянно. Конечно, идеальным вариантом было бы разобрать это на уровне ассоциации, чтобы каждый элемент сна был вами проработан отдельно, чтобы каждый элемент сна вы описали, в том числе описали и то, с чем он у вас ассоциируется. Но я увидел, что, в общем-то, вам моя коллега тут уже описала, что и как, описала она довольно подробно, вот, поэтому смысла повторять технологию толкования сновидений с точки зрения психологии я не буду, ибо смысла в этом, на мой взгляд, просто нет. Вместо этого я хотел бы сказать о том, что вы конкретно видите. То есть, ну, во-первых, давайте сразу оговоримся, да, что почему вы считаете, что мы можем знать ваше сновидение лучше вас. Мы можем помочь направить вас, мы можем помочь вызвать у вас те мысли, которые до этого не приходили вам в голову, но это определенная работа, которая ведется в процессе индивидуального консультирования. Ну, поэтому то, что я скажу сейчас здесь, это всего лишь предположение, может быть очень много. Значит, старик, которого вы видите, дерево, двор, это, скорее всего, то, что вам нужно для ощущения безопасности, для того, чтобы чувствовать себя в безопасности. Это одно из самых, вероятно, спокойных вообще мест, вот именно мест вообще в мире, для вас это, наверное, самые спокойные места, вот, именно в этих местах вы чувствуете себя, возможно, вы чувствуете себя полностью расслабленно. Вот, возможно, вы чувствуете себя в этих местах полностью открыто и можете, сказать, да, что вы, допустим, дома, вот, вы можете сказать, что вы, допустим, на своем месте и так далее. Вот, старик, это может быть отцовское что-то, может быть, это что-то не отцовское даже, а может быть, это что-то наставническое, вот, что вам нужно, такая, знаете, потребность в том, чтобы вас как-то вот наставляли, да, ну вот, возможно, это всего лишь возможно, да, я сейчас не говорю о том, что это вот именно все так и есть, вот, и, соответственно, то, что делает этот человек, да, то есть то, что он для вас делает, то, что он вам дает, это, возможно, его дар, это вот то, чего вам не хватает, да, то есть, может быть, некая мудрость, может быть, что-то еще такое, вот, то есть, что-то, с чем ассоциируется у вас это самое яблоко, может быть, это любовь. Вот. Может быть, это любовь. А может быть, это что-то еще. Тут я, к сожалению, сказать не могу.
Но знаю точно, что вы можете ответить себе на этот вопрос, если захотите. Вот. Я думаю так. Можно вам ответить на ваш вопрос? Вот, это по поводу этого аспекта. То есть есть что-то, в чем вы нуждаетесь. Вот. А что это? В чем вы нуждаетесь? Сказать, конечно, сложно. Ну, по крайней мере, вот мне, да, не представляется возможным сказать, в чем вы нуждаетесь здесь. То есть яблоко, да, это понятно, вот то, чего вы хотите. Может быть, это внимание, может быть, это что-то еще. Вот. Дальше. По поводу игры. Игра в первую очередь опрошает некую борьбу с одной стороны и некое лицемерие, некую ложь в вашем поведении, с другой. То есть это может быть связано с тем, что вы в своем поведении недостаточно искренне себя ведете. Вот, ну вообще просто вот, недостаточно искренне себя позиционируете, вот, недостаточно откровенно, недостаточно чувственно, недостаточно полно раскрывается, то есть вы ведете себя, ну, скажем так, адаптированно. Давайте я так скажу, да, вы себя ведете адаптированно. Вот. Соответственно, хаос, это, возможно, ваше желание. Соответственно. Хаос, это могут быть ваши желания, то, что вы для себя хотите, то есть все, что вы себе запрещаете делать. Вот. Возможно, как раз-таки по причине отсутствия той самой любви, да, которой у вас нет, или по причине того, что вы недостойны. Да, и вот этот вот человек, который встречает вас у дерева, вот он делает вас достойны этого. Ну, то есть тут, конечно, понятно, могут быть интерпретации, но все заключается в этом. Вот. Ну, а мир, это понятно, это ваш собственный мир, это тот мир, в котором вы привыкли и хотите жить. Вот. Вы боитесь, считаете, значит, что если вы будете, если вы будете следовать своим желаниям, да, то будет хаос. Но на самом деле хаос — это всего лишь иллюзия. Если вы будете следовать своим желаниям, но будете делать это с умом, правильно, то вы приобретете вы на самом деле только счастье и больше ничего. Вот. Я вам даже больше скажу, что вы обречены быть счастливой. То есть, так или иначе, счастливой вы будете все равно.
будете счастливы. Вот. Так что, вот так вот можно вам ответить на ваш, на ваш вопрос, который вы задаете. Вот. Так можно ответить, так можно интерпретировать то сновидение, которое вы видите. Вот. Может быть, все совсем не так. Может быть, все совсем по-другому. Ни в коем случае не хочу сказать, что я в данном случае истинно в последнем инстанции. Каждый элемент сновидения вам нужно проработать в смысле ассоциации. Все начиная от дома и заканчивая яблоком. Все начиная от места, где вы сидите, играете в шахматы, до самих шахмат. И вашего отношения к ним. И тогда будет понятно, что подсознание вам хочет сказать, потому что, ну, понятно, что подсознание, оно в данном случае просто использует удобные для него, для подсознания, я имею в виду, удобные для него формы, образы. Вот. Вот такая примерно история. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне эти вопросы в личку. Я буду рад вам помочь, буду рад ответить на эти самые вопросы для вас. Вот. Ага. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим, мой ответ. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.